мы набираем... Подожди, давай анбоксинг Red Bull по-быстренькому. Давай. Подержи. Так, сегодня мы анбоксинг делаем Red Bull. А ты мой ебал вообще показываешь? Есть... Вот? Я сори снимаю все это время. Короче... Ладно. Короче... Мой ебало покажи. Здесь специальное... Ну ладно, есть устройство, на него надавливаешь, и ну вот эта хуйня отсюда пить, но она сейчас закрыта. Надавливаешь. Бля, ногти сломались, сука. Вот. И там напиток внутри. Да. Давай, стой, подписчики, дай понюхай. Да, конечно. Угу. Пахнет как Red Bull. Угу. На вкус. Как Red Bull. Выглядит как Red Bull. Угу. Значит. Это моя мать, господи. В общем, подписчики, реквизит в описании на встречу с настоящей матерью оператора, да, если вы хотите... Нет, ладно, не надо. Ладно, не надо. Просто пришлите нам денег, пожалуйста. Нет, не надо. Выключать. Снимаем дальше. Я предлагаю... Все равно потом порежем на контент, да. Немножко помонтируем. Я предлагаю... Оставь только хайлайты этого дерьма. Ради бога. Бог, понял, да? А я что-то верю. Мне нужен телефон. Дорогие подписчики, можете, пожалуйста, принести все эти телефоны, потому что... Потому что нам очень впадло вставать с кровати. Мы предлагаем вам конкурс. Кто первый найдет с этим телефоном? Блядь, к вам же домой будут вламываться. Света, короче, давай спрячем твой телефон в городе, угу. Вот, разыграем... И устроим конкурс для МГИМОшников, чтобы эти уёбки на метро катались полжизни и сдохли. Да, мы его разберем на запчасти телефон и разбросаем по Кишиневу. Это ну что это в Молдове? О чем я, в принципе, не имею понятия. Потому что я родился в Москве. В Сбербанке. Да. Меня там после этого устроили на работу, как сына. Сука, пидорас проплаченный. Коррупционер. Да, немножко. Ну, конечно же. Он однажды дал мне взятку, чтобы я купил ему сиги. Да, было дело. Сиги оказались вкусными. Так, я готова смотреть финал. Блять. О, реакция на финал Игры Престолов. Может, не надо? Он идет 1:15. Ну. Я хочу поработать с этой хуйней по-настоящему, а не на камеру. По-настоящему это не на камеру? Так, все, давайте заканчиваем. Иногда на камеру. Давай скрытую камеру тогда. Давай. Где хорошо. Скроем камеру? А где камера? Работает. В общем, если видос получился хорошим, ставьте лайк. Если получился отличным, ставьте дизлайк. А если волшебно, тогда и лайк, и дизлайк сразу. Посмотрим, как у вас получится. А если у вас рак простаты, тогда не ставьте ни дизлайк, ни лайк. Идите лечиться, блядь.